російської держави. Ну, я думаю, що вдовгу ми все одно виграємо. Добрий день. Я вас беру. Я говорю, сюда. Я вас беру. Британия, один из столпов мира, великая держава сегодня скатилась до общественных туалетов. Здравствуйте, друзья, меня зовут Борис. Трамп такой... Приходят аниматоры. Трамп вел себя сдержанно, словно английский лорд. Со своей стороны Обама, усевшись, раздвинул ноги и принял не совсем подобающую позу. И почему при Бараке Обаме в Белом доме проводили обряды вуду? Не хватать ее африканских танцев, не хватать ее глубокого декольте. Ну если она тупая! Владимир Ульфович, если мозгов нет! Ваши деды – красные фашисты. Welcome to Russia. Как по мне, так свобода слова – это когда называешь вещи своими именами. Я Дмитрий Киселев, и это «Вести недели». Хватит мямлить, пора говорить, как есть. Это неистовые богатыри древнескандинавского эпоса. Берсерки, собираясь на сечу, наедались мухоморов и раздевались до пояса. Это... Активистки Фемин свои политические требования заявляют в голом виде. И эта глава нынешнего британского правительства Тереза Мэй предпочла произнести свою самую агрессивную речь в адрес России, щедро приправив ее белизной своей усталой плоти. Russia's illegal annexation of Crimea. Потом госпоже премьеру срочно потребовалось выпить хотя бы красного. Как видим, глоток столь жаден, что оказалось не до рук. Бокал был взят не за ножку, как это всегда подобало в приличном обществе, а по-простому, как стакан. Еще один любитель размахивает световым мечом – Борис Джонсон. Пойман на прямой лжи. Извиняться не собирается. Или вот еще одна английская дива – Карен Пирс. Обожает буа из редкого меха. Предпочтение то ли мексиканский тушкан, то ли шанхайский барс. Вот мы видим, как эта редкошерстная убегает от знойной брюнетки под стол. Претензий у англичанки много, а разобраться так грустно все. Когда отстраненность, мне кажется, что это отстраненный период дистиллированной, отстраненной журналистики, он закончен. Журналистика является тем инструментом и тем ресурсом для страны, который позволяет эти ценности создать, если угодно сказать или определить, что такое хорошо и что такое плохо. Но если говорить о радиационной политике, то, конечно, мне хотелось бы, чтобы она ассоциировалась именно с любовью к России. Сегодня британский премьер Тереза Мэй внезапно приехала в британский город Солсбери. Визит приурочила она к годовщине отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта 2018-го, по версии Скотланд-Ярда, пытались якобы убить химическим веществом «Новичок». Тогда власти Соединенного Королевства очень быстро определились с тем, кто стоит за предполагаемым покушением. Ну, во всем безапелляционно обвинили Россию. Доказательствами британская сторона себя особо не утруждала, поставив во главу угла принцип «highly likely», весьма вероятно. Сегодня в Солсбери приехала Тереза Мэй, и для нас это возможность задать ей вопросы, на которые Британия отвечать не хочет. Please speak with us, Тереза Мэй!
Вот это политизированный русофобский подход. Это повод, только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Но не было бы Скрипалей, что-нибудь еще другое придумали. Это для меня это очевидно. Вот уже несколько недель Лондон настаивает на том, что именно Россия производила данное вещество. Но вот, пожалуйста, подробная инструкция доступна любому желающему за $28. Британская сторона фактически разоблачает саму себя, ведь вся необходимая инфраструктура для разработки там тоже, судя по всему, есть. Вот кадры со спутника секретной лаборатории Портендаун. Красными кругами отмечены новые здания, которые появились за последнее время. Снимки предоставило российское Министерство обороны на этой неделе. Я говорю, что вот этот вот весь цирк, мне кажется, что он, а, выдыхается, и, б, здесь нужно переходить совершенно такую четко спланированную пропагандистскую контратаку. Инцидент в Солсбери – это трюк, с помощью которого власти Великобритании отвлекают своих граждан от проблем с Брекзитом. 2 марта, то есть за 2 дня до инцидента в Солсбери, премьер Тереза Мэй выступила с программной речью о Брексите. Но тему с первых полос вытеснила невероятная сенсация. Это похоже на комедию абсурда и дешевый боевик, считают в нашем Министерстве иностранных дел. Чтобы понять, в чем его смысл, дипломаты предлагают вспомнить одну из статей бывшего главы форен-офиса Бориса Джонсона. Рассказывая о нечистой игре чиновников из Евросоюза, он написал о таком приеме, как «дохлый кот». «Допустим, вы уступаете в споре, — пишет Джонсон, — и все факты против вас. В этих обстоятельствах лучшее, что вы можете сделать — бросить на стол мертвого кота». «Проигрываете в споре — швыряйте на стол дохлого кота. Все забудут о предмете дискуссии». Хитрость в том, что все будут говорить о мертвом коте, а не о проблеме, которая вызывает у вас беспокойство. Будь то Брекзит, слабый премьер-министр, поножовщина на улицах Лондона. Консолидировать нацию перед лицом зловещей российской угрозы. Дохлый кот для британской политики – это Скрипали. Ничего не понятно, но ужасно интересно. К сожалению, в этой истории присутствует и настоящий кот. Кот Сергея, которого ликвидировали британские власти. Они убили всех домашних животных, один из которых там кот. Но явно не показывал, по их словам, никаких там симптомов болезни и прочих. Классическое заметание следов. Хотя кот все равно бы молчал. И я хотел обратиться к британцам. Вами манипулируют. Ваша правительство не контролирует спецслужбы. Спецслужбы устроили террористическую вакханалию на улицах британских городов. Вы все смотрели фильм про Джеймса Бонда, да? Я хочу обратиться к британским Джеймсам Бондам. Мы верим, что у вас остались свобода, честь и совести. Вами манипулируют британские миссис М. В сентябре британский парламент начал жесткие дебаты по Брекзиту, а внутри консервативной партии созрел бунт против премьера. Но и этот кризис удалось преодолеть с помощью спецслужб, которые показали британцам якобы тех самых агентов, которые отравили Скрипалей. Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну. Вот по лицу Путина у меня такое ощущение, я, конечно, не знаю всех деталей, что это будет такой сейчас информационный удар и по Мэй, и по Британии, что они будут иметь абсолютно бледный вид. То есть сейчас они получат зубодробительный информационный удар в поддых по поводу вот этой версии с этими двумя. Подождите, зубодробительный в поддых. Заранее. Не, я согласен. Заранее. Они... А удар прям до зубов. Да, да, да. За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей? Ну, может быть, мы к нему и подходили. А вы знаете, где дом? Если бы мы знали, где он находится. А вы? Я не знаю, мы знали, где он находится. За все время, что вы там были, у вас был с собой новичок или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость? Нет. Мне кажется, это вообще бред. У вас был с собой флакон духов Нина Ричи, который демонстрирует британская сторона как
evidence, как вещественное доказательство вашего, как они считают, преступления. А нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. Ну а кем Петров и Баширов точно могут стать, так это владельцами перспективного бренда. Собирается зарегистрировать и подарить одна из российских компаний. Название вот такое, ну стильно, ничего не скажешь. А вот каким должен быть запах, подходящий для их линей? Я думаю, что в этом аромате должна обязательно сочетаться сила, упорство. Я думаю, что можно оформить интересно, например, сделать его в виде газового баллончика или в виде дверной ручки, чтобы он попал в тематику этого события. Дом Скрипаля – единственное место, которое еще напоминает о случившемся. Дом, ну, фактически разобрали до основания. То есть, как выглядит ручка, на которой наносили новичок, узнать теперь уже вообще никак невозможно. Извините, если человек жив, он вам что, давал доверенность на снос дома, я не знаю. Дом хотели снести, мол, внутри все отравлено, но в итоге здание оставили. Теперь решают, что в нем будет. Предлагают купить у него машину, BMW, кстати, очень неплохую. В интернете сразу же предложили открыть здесь музей. И тогда это будет вторая достопримечательность Солсбери после собора. Где выжившие после смертельно опасного яда Скрипали, неизвестно. Всю информацию по делу британские власти скрывают. В логике этой истории дырок, как в швейцарском сыре или бабушкиной шале. Но ответа на этот вопрос нет ни здесь, в парламенте, ни здесь, в газетах. Таковы новости к этому часу. И мы, Лилия Гильдеева. И Владимир Чернышов. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Слышно, что в зале пресс-конференции, да и во всех телевизорах страны идет так называемая заставка. Шапка, мотор. Когда звучат последние аккорды, Путин входит в зал. Сегодня в программе. Что Путин хотел сделать с брусникой? Надо собирать и на колхозный рынок. Кадры, которые еще никто не видел. 8 километров по горам. Эксклюзив программы. Солнышко пригревает. Охраняли ли президента во время отпуска на дикой природе? Не боятся нас. И нужна ли в тайге охрана Путину? Представьте, на что медведь дурак, что ли, если он Путина увидит. Дмитрий Песков расскажет, как составляется график президента и даже о том, кого любит Путин. Путин не только любит детей, он вообще любит людей. Он очень человечный человек. Сейчас кажется, что горнолыжный спорт был популярен в России всегда, но в реальности массовый интерес к нему проснулся только в 2000-м, после того, как страна увидела вот эти кадры. Путин катается в горах Башкирии на базе Абзакова. Вы не снимайте, на лыжи вставайте. Какие тарифы Аэрофлота позволяют совершить 9-часовой перелет за 12 500 рублей и насладиться невиданными красотами. Сергей Кузнецович, я вас беру. Я вас говорю, сюда. Я вас беру. Шойгу вдруг замечает, что они стоят на пути верховного главнокомандующего. Реакция молниеносная. Московные вечера сначала шагом, потом рысью сделали несколько кругов. Понял вообще, кто на нем был верхом? Я думаю, что да. Путин на коне ганноверской породы по кличке Вальс, по имени Иван. Ему 16 лет. Видим, что конь строптивый, конечно. И получается, играете сегодня против Путина. Каково это против Путина играть? Нет, мы играем в одной команде, просто в разных майках. И вот Владимир Путин снова направляется в атаку. Сейчас посмотрим, чем она завершится. Пас.
Гол! Зрители на трибунах не сомневаются ни на секунду, какая команда победит. Она проиграть не может в принципе, потому что это красная машина, это советская машина, это российская машина. Кто-то там атаковать пытался, физически, я имею в виду. Нас физически? Да, вот вас. Нас физически невозможно. Потому что у нас капитан, знаете кто? Президент большой могущественной страны. Павел, как я понимаю, и следующую неделю президента будет крайне насыщенной. Да, как выразился пресс-секретарь президента Песков, неделя будет не просто насыщенной, а перенасыщенной. Павел, спасибо, ждем ваших блестящих репортажей на следующей неделе. Каждый из нас сам выбирает свой путь и свою судьбу. Вы умеете прощать? Да, но не все. А что невозможно простить? Предательство. С вами вообще можно спорить? А лучше бы не делать этого, конечно. Опасно? Нет, я шучу. Владимир Владимирович Путин. Помните известный фильм, очень хороший, «Джентльмены удачи»? И один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру. А второй, какой-то там урка, ему говорит: «Ваше место у параши». Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются всегда показывать, где наше место. А нам не нравится это место. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную, независимую Россию. Мы научились твердо отстаивать свои интересы. Осознали мощь и непрерывность нашей общей истории. Хаос, который царил в 90-е, он, во-первых, закончился. Сегодня есть очень много точек успеха у нашей страны. Мы вместе в команде, мы действительно его поддерживаем, и это от чистого сердца. Могу сказать одно: Россия устремлена в будущее. Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам. И все зависит только от нас. Спасибо вам большое за поддержку. Удачи. Тысячи людей вышли на улицы. Сегодня великий день в нашей истории. Вот запомните сегодняшнюю дату. Потому что поднят российский флаг. Во вторник на мосту через Керченский пролив состоялась торжественная церемония открытия. Ранее Путин обещал, он обязательно проедет в автомобиле по Крымскому мосту. Колонна КАМАЗов впервые в истории движется по Крымскому мосту. Кадры с Путиным за рулем оранжевого КАМАЗа облетели весь мир. В кабине вместе с президентом строители, завершившие работы досрочно. Тысячи рабочих со всей страны еще раз доказали, для России нет ничего невозможного. Ведь отныне Крым, образно говоря, уже не остров. И вот она, по-настоящему историческая встреча. Водители с двух берегов, с Крымского и Таманского, встретились посредине Крымского моста. Это был счастливый момент для всей России, особенно для миллионов крымчан. Соединенное Королевство вместе с остальными членами Европейского Союза не признает референдум в Крыму. Потребуется ответ, который будет соответствовать уровню этой проблемы. После Крымской весны вы ожидали введения санкционного режима? Не сомневался. Конечно. Против в прямом эфире.
США изо всех сил пытаются обвинить Россию в вмешательстве в выборы, прям во всем мире. При этом сами в буквальном смысле разносят на части Венесуэлу. Главный принцип демократии по-американски. По-американски вмешиваться можно куда угодно, если это не Америка. Ну и, конечно, все это прекрасно укладывается в концепцию нашего дурного, плохого, как здесь перевести, британский Борис Джонсон в буквальном смысле назвал нас злыми гениями. Словом, фраза «противостоять нельзя, сотрудничать» в данном контексте осталась без знаков препинания, ну, хотя, наверное, все ясно. Одна из наиболее интересных вещей, которые сейчас происходят, это то, что Россия невероятно умно сеет сомнения и путаницу и распространяет все эти фейковые новости и пытается мутить воду. Намекает на то, что желтые жилеты — это наши. Что мы якобы вмешиваемся. Доказательств ноль. Говорили, что проблемы Испании — тоже мы. Выборы в Германии — тоже мы. А голосование в Голландии — якобы тоже мы. Брексит — тоже мы. Если раньше нас вот причисляли к оси зла, где был Иран и где была Северная Корея, теперь мы слышим от министра великобританского, что мы хуже, чем Афганистан и Ирак, и мятежники вот их. А что из нас хотят сделать? К чему они ведут? Что мы как Сомали должны быть? Необходимо степень деменизации России поднять до северокорейского уровня. Они строят такую схему на уровне абсолютно примитивного комикса. Надо размягчить мозги западного обывателя, и не только обывателя, но и политиков-экспертов, до такого уровня, чтобы они воспринимали абсолютный комикс. Россия — это такой доктор зло, для которого вообще никакие аргументы не касаются. Уважаемые товарищи, я как человек спокойный, если кто-то с вашей скамейки еще раз скажет, что мои предки были фашистами и воевали за фашизм, извините, но я подойду и морду набью. И плевать мне, что мне потом будет... Я скажу. Я правильно услышал, что мы живем в говне? Правильно, конечно. Правильно. Сравните с вами. Это вы в говне живете. Ваши деды – красные фашисты. Возле памятника 200 детей погибли за это время. Так мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара кого-то показываешь! Что? Что? После того хамства и той беспринципной абсолютно позиции, которая была озвучена нашим украинским гостем, другого выхода из ситуации быть не могло. Я, к сожалению, не мужчина, к сожалению, в данной ситуации я не могла тоже приложить руку к его телу. Но если бы я была мужчиной, я бы с удовольствием бы это сделала. Так. Человеческая раса вымирает. Мрачные прогнозы уже начали сбываться. Нас ждут болезни, голод, стихийные бедствия. И все это случится в 2040 году. Неужели людям так и не удастся избежать конца света? Или все-таки мы сможем спастись? В 2018-м стрелки символических часов судного дня показали 2 минуты до ядерной полуночи. В январе 2019-го их собирались перевести еще на 30 секунд вперед. Однако в последний момент эксперты решили все-таки дать Земле шанс. Надолго ли? Неужели пришло время платить по счетам? Многие эксперты уверены, Третья мировая война давно уже идет. Только в отличие от первых двух, никто ее публично не объявлял. Политическая элита США практически не скрывает свои истинные намерения. Главная цель – во что бы то ни стало развязать локальную войну, в которую должна быть вовлечена Россия. Как говорят наши эксперты, сражаются две идеологии, две модели будущего.
Сейчас то, что называют коллективный Запад, проигрывает экономическое противостояние. Не с нами, он проигрывает, по сути, самому себе. Сейчас мы выигрываем даже без каких-то специальных к тому усилий. Хиллари Клинтон могла, но так и не стала первой женщиной-президентом США. Феминистки болезненно переживали ее поражение. Мало кто знает, что на самом деле женщины давно правят Белым домом. Как Хиллари родом сделала президентом бедняка Билла Клинтона? У нее отец был связан с самой фамилией Ротшильдов. И почему при Бараке Обаме в Белом доме проводили обряды вуду? Я, Анна Чапман, открою вам эти тайны. Как вся американская операция по уничтожению Трампа обернулась его оглушительным успехом. И как Обама, который еще недавно презрительно говорил о Трампе, теперь передает ему дела. Как для Хиллари ночью шили ее траурно-депрессивный наряд. Остальной мир в массе своей был настроен против Трампа. В России люди сейчас даже поздравляют друг друга с избранием Трампа. Когда вот я первый кадр увидел, скажу честно, умилился. Да? Что такое? Ну, знаете, я же тоже преподаватель, да? Они его похожи, как студенты, которые пришли на свою первую сессию сдавать. Нервничают, волнуются. Или даже, можно сказать, как вот на первое свидание, да, влюбленное. Ну, осторожнее. А есть очень хороший термин такой англоязычный, наверное, знаете, броманс, да? Да. Похоже, станет меньше вранья и всякой другой дури, упакованной в красивые слова. Когда я говорю о дури, упакованной в красивые слова, то имею в виду, например, такие прекрасные категории, как демократия и права человека. А Обама и Хиллари их настолько изгадили, что Трамп вообще такие слова теперь не произносит. Трамп, как говорят компьютерщики про взлом программ, крякнул эту гниловатую американскую систему элит с первого раза. Ноту поймал, а для пущего пафоса вдруг заговорил о себе в третьем лице. Никто не проводит такую жесткую политику в отношении России, как Дональд Трамп. Когда о себе в третьем лице говорит ребенок, то психологи считают, что он еще не сформировал собственного «я». Когда о себе в третьем лице говорит Дональд Трамп, то он словно оценивает свой новый наряд в зеркале, любуясь им. Все пропитано мочой этих котов и собак этого Белого дома. Владимир Вольфович. А что вы хотите? Посмотрите, что не видно, что ли? Же видно. А что Трамп лапает их всех? С вами серьезный разговор. Берет за руку этого француза. Конечно, француз, что с ним делать еще? Только полапать немножко. За собой повел в какие-то апартаменты. Его сейчас возьмет за руку. Вот как мальчишку. Давай, бери его, тащи с собой. Вот, все, видите? О, пошел, иди, мальчишка, идет сзади. Пошел с дядей Сэмом. Пошел, иди, давай, 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 дальше. Сразу к 1700 журналистам Трамп никогда не выходил. Да и вряд ли это вообще возможно. Неприятных вопросов в Белом доме избегают простым методом. Отбирают у журналистов микрофон. That's enough. That's enough. Mr. President, Коллеги, пожалуйста. Сейчас. Вот там вот Чикаго Трибюн. Таблички CBS, Wall Street Journal. Путин отлично знает, что пишут и говорят про него западные журналисты, но просит передать микрофон именно им. Трампа избрали, а признавать его президентом многие не хотят. Кто скрывает всю правду о моркови? Ни для кого не секрет, что муж Мелании Дональд Трамп любит стейки, куриные крылышки и бургеры из забегаловок быстрого питания. И терпеть не может полезные овощи. Брокколи, шпинат и особенно морковь. По слухам, едва ли не первым своим решением после переезда в Белый дом, Трамп вычеркнул из меню все блюда, в составе которых есть морковка. Чем же она ему так не угодила? Как бы невнятно ни звучало, этот корнеплод может поставить под угрозу власть Трампа, а также сотен других людей, которые тайно или явно правят нашим миром. По мнению конспирологов, морковь способна открыть человечеству глаза на то, что сильные мира сего несколько отличаются от обычных людей.
Время, когда Владимир Путин в Москве говорил о приверженности России традиционным ценностям, на другом конце Европы, в Брюсселе, вовсю продавливали так называемые либеральные ценности. Депутаты Европарламента, увлеченно, не покладая рук, работали над тем, чем еще развратить европейские общества. Главное, однако, чтобы уже с 5-6 лет малыши начинали познавать свое тело и даже, прошу прощения у телезрителей, ознакомились с мастурбацией. Потому что и в Европе, в гнилом Западе этом, к власти пришли те, кому нужны парады. В Голландии партия педофилов. Вот такая Европа нам нужна. Это такие ценности. 13 тысяч однополых браков зарегистрированы в Швеции. Еще больше собираются на ежегодные гей-парады. В радужных колоннах полно детей. В ногу со всеми идет и епископ Стокгольма. Ева Брунне, открытая лесбиянка. Потеря традиционных ценностей, семейных ценностей, вот это вот самое важное. А уже когда это выходит на совсем такие дикие формы, как там гомосексуализм, лесбиянство, это, мне кажется, уже близко от полного разрушения общества. В некоторых странах, между прочим, уже изымают детей из семей, если эти семьи отказываются от пропаганды гомосексуализма у себя. Например, к счастью, не в России еще. Не в России, нет, в Европе. Эта тенденция, на мой взгляд, она абсолютно тоталитарная. Под лозунгом борьбы за некую свободу, за новые ценности, на самом деле продвигается абсолютно страшный новый тоталитаризм, который, мне кажется, он может быть вполне сопоставим с тем, что было в нацистской Германии, а может даже еще и позверее. Как всегда, в гендерных вопросах впереди планеты всей Скандинавы. Чтобы снять остроту проблемы отношения полов, от полов вообще решили отказаться. В некоторых школах уже не используют слова «девочка» и «мальчик». В детских книжках слова «папа» и «мама» меняют на другие усредненные «пама» или «мапа». Так называемая либеральная идея, да? Она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам просто наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы просто нереалистичны. Вот, мультикультурализм там и так далее. Посмотрите, Великобритания. Какие имена были в прошлом? Викторианская империя, владычица морей, Уинстон Черчилль. Британия, один из столпов мира. Великая держава сегодня скатилась до общественных туалетов. Ее политика скатилась. В пятницу Тереза Мэй объявила о своей долгожданной досрочной отставке. Нам в России Терезы Мэй будет все же не хватать. Не хватать ее костюму стюардессы Аэрофлота, в котором она пролетела в Китай на первую встречу с Путиным. Не хватать ее африканских танцев. Ее мема «Highly likely» в обвинениях России. That it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. И не хватать ее глубокого декольте, когда бокал с вином она держит словно стакан ее любимого виски Пендерин. Тереза Мэй сдала пост, надела солнечные очки, браслет, купленный за 40 тысяч фунтов на последней распродаже вещей Маргарет Тэтчер в качестве амулета, и поехала смотреть крикет, причем не с мужем. На прощание благодарные зрители подарили ей не роликс, а ролик шуточный. В нем она, счастливая и голая, бежит из истории в поле пшеницы. Сама призналась, в детстве это было самым большим ее хулиганством. Тогда убегала от фермера, сейчас от Брекзита и Бориса. Вместо уходящей Терезы Мэй, работа которой с треском провалилась, обрушив за собой рейтинг партии, отныне будет руководить Борис Джонсон. Человек не новый в политике, но запомнился он в основном не делами, а своими, мягко сказать, странностями. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Борис. Дайте мне лестницу. Что это за вообще за процессы такие в политике, в геополитике, если к власти приходят, ну, не знаю даже, как характеризовать, одиозная персона, вежливая. Ну, Трамп такой приходят же. Аниматоры. Он ради красного словца не пожалеет даже крестного. Да. Давайте послушаем заявление, сказанное Борисом Джонсоном на пользу России. Просто послушаем, насладимся. Мы не имеем никаких претензий к русским. Русофобия не должна быть результатом всего этого. Наши претензии... Хоть он и выглядит как дымовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран.
закрыл себе дорогу просто везде. Очень слышали много... бы вы, что он про негров говорил африканский? Чтобы его не обвинили в сексизме и расизме, он же британский мини-Трамп, к нему те же претензии. Нанял в новое правительство женщин и представителей этнических меньшинств. А если говорить серьезно, то на самом деле мы получим в лице Джонса достаточно удобного сейчас для России переговорщика. Удобного, потому что точно потому так же, как весело. Трамп, Джонс нас будет, пока Джонсон, ничего хорошего он не будет случится. Добавлять нестабильности в европейскую политику. А мы будем ждать, когда оно все развалится. А мы с радостью будем ждать, пока они сами доведут себя до кризиса какого-нибудь. Если посмотреть на тенденции развития в мире, то лучше бы Россию иметь в качестве союзника. Мы великая держава. Конкурентов никто не любит. Конкурентов надо сдерживать. Но я думаю, что в долгую мы все равно выиграем. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Но ведь еще два с небольшим года назад раздираемую междоусобицей Сирию накрыла собой мощнейшая и самая богатая террористическая группировка в истории человечества. Порождение американской политики в регионе. Для отвода глаз американцы и их союзники террористов с начала осени 14-го якобы где-то даже бомбили. Президент Асад обращается к руководству России с просьбой об оказании военной помощи. Эти кадры – символ времени. Еще в 15-м году весь мир смотрел на расползание исламского государства и лишь гадал, какие силы могут его остановить. Силы оказались российские. В результате действий России при поддержке Турции и Ирана сирийской армии удалось взять под контроль большую часть территории страны. Вот, собственно, две концепции поведения в Сирии России и Америки. В Дамаске и Алеппо широко отмечается Западное Рождество. В Ракке и крупнейшем лагере размером с город Рукбан, что на юге Сирии, оба населенных пункта под контролем американцев – кошмар. О Рождестве там никто даже и не подозревает. Полный человеческий беспредел, где фанатики-боевики людей эксплуатируют как рабов. Российские войска выходят из Сирии. Победоносная контртеррористическая операция против ИГИЛ завершена. Почти половина боевых самолетов, часть вертолетов. Специалисты военного госпиталя, центра разминирования и подразделения военной полиции отправляются на родину. Объявить об этом и поблагодарить воинов на нашу базу Хмеймим прибыл президент и верховный главнокомандующий Путин. Президент США Трамп заявил, что это Америка всех победила. One in Syria. Если так, то почему о победе Путин заявляет в Сирии, а Трамп издалека? Задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще. Армия США оставляет свои базы. Вот одна из них, ее обнаружили российские журналисты. Охраны нет. Спецназ ушел отсюда всего несколько часов назад. Все ценное и секретное в ППХ вывезено или сожжено, но в холодильнике все еще полно газировки, а кто-то даже оставил свой мяч для американского футбола. В прямом столкновении Дамаска и Анкары не заинтересован никто, поэтому окрестности Манбиджа, который также стоит на этой дороге, патрулируют автомобили российской военной полиции. Судьба курдов, конечно, вызывает сочувствие. Но в то же время надо понимать, что в какой-то момент курды в Сирии своим союзникам почему-то выбрали Америку, а не президента своей страны Башара Асада
и не Россию, которая последовательно помогала очищать Сирию от террористов ИГИЛ. Propaganda. False propaganda. False news. We don't want fake news. Fake news. This is fake news. Привет, с вами Илья Шипелин. 11-й выпуск программы Fake News начнется прямо сейчас. У премьера Медведева в программе Брилева было 20 минут, чтобы рассказать россиянам, то есть нам, что хорошего произошло за последние 6 лет с нашей экономикой. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается. Знаете, это стало уже забавным. Как не послушаешь Медведева, все у нас хорошо. Экономика растет, пенсии растут, зарплаты растут, дотации увеличиваются, ВВП впереди планеты всей. Но вот мне интересно, а когда мы тоже это почувствуем? А то складывается ощущение, что Медведев живет в какой-то другой России. Как раз за последние 5 лет инвестиции в Россию упали в 2.5 раза. С 254 миллиардов долларов до 93 миллиардов. Рубль тоже упал вдвое. Доходы населения падают 5-й год подряд. Правительство в отставку! Правительство в отставку! Ну вот акция в Петербурге проходит уже 40 минут, и за это время было задержано 2 участника. Один из них выбежал на Невский проспект с надписью о том, что Владимир Путин узурпатор. Это наш город! Добрый день, молодые люди, телеканал «Дождь», вы в прямом эфире. Расскажите, почему вы сегодня здесь и что значит ваш плакат? Я пришел сюда, как поддержать протест против государственных репрессий. Путин лайс. Нам показывают, специально нам показывают, хватит ссорить нас с миром. Россия сделала практически все, чтобы рассориться с соседями. Она ориентирована, по сути, на рассобачивание со всеми окружающими. Это большое несчастье для нашей страны. Кто стоял за субботней провокацией? Эксклюзивные кадры в расследовании нашей программы. Точно знают, как действовать в подобной ситуации. Не исключено, что в субботней акции принимали участие и те, кто прошел так называемые тренинги для оппозиции. Там провокаторов учат профессионально вступать в конфликт с полицией. Недовольными при современных технологиях ведь можно управлять. Их можно использовать в своих целях, о которых недовольные даже не подозревают. В толпе заметили и координаторов, которые направляли ее и намеренно провоцировали столкновение с силовиками. В объектив нашей телекамеры попал такой менеджер беспорядков. Все получилось спонтанно. Выглядит так, как будто вы координируете то, что здесь происходит. Я не координирую, я такой же участник митинга, как и вы, как и все остальные. И сколько тех, кого подкупили не деньгами даже, а бутылкой водки. Я сейчас скажу вещь, которая на первый взгляд может показаться дикой. А что будет, если кого-то из протестующих на улицах Москвы убьют? Кто убьет? Вариантов много. Может, провокатор из толпы в суете давки, чтобы рядом побольше полицейских и росгвардейцев, на них и свалить. А может, уже в иностранных спецслужбах разработана целая операция. А то, что на протестах работают недружественные спецслужбы, то это факт. И откуда деньги на организацию беспорядков? Они не стеснялись брать средства у организаций, цель которых – повлиять на выборы в России. Понятно, что и в Москве сейчас они тоже работают. Уж слишком сладкий момент. И всегда им мерещится шанс решить задачу, убрать Россию с мировой арены невоенным путем, разрушив ее изнутри. Владимир Путин – русский мечтатель. Только мечтатель способен управлять такой огромной, таинственной и великой Россией. Только мечтатель мог из черной дыры истории, из-под обломков Красной империи воздвигнуть новое государство российское. Только мечтатель мог вернуть унывающему, опечаленному народу чувство непобедимости и бессмертия.
Мы не знаем и никогда не узнаем, как мечта вселилась у Владимира Путина. Он отмахивался от нее, не пускал себя, ему было страшно, он томился. Но она коснулась его своими крыльями и больше не отпускала. Пускай мистики и поэты гадают, как это произошло. Быть может, это произошло во сне, или во время одинокой прогулки, или на шумном политическом торжище. Но мечта вошла в его судьбу, отождествила себя с президентом Путиным, повела его по бесконечной русской истории. I found my thrill.